В Москве состоялась презентация нового концепта плацкартного пассажирского вагона для поездов дальнего следования. Он был создан компанией «Трансмаш Холдинг» по заказу федеральной пассажирской компании, а построен на Тверском вагоностроительном заводе. На российские железные дороги новинка должна выйти во второй половине 2021 года. Наша съемочная группа оценила плацкартный вагон нового образца и снаружи, и изнутри. На Павелецком вокзале в Москве для широкой общественности представлена новая разработка, которая совсем скоро начнет курсировать в одном из южных направлений нашей страны. Отличительной особенностью представленного плацкартного вагона является то, что он выполнен в так называемом габарите Т, имеет увеличенный в сравнении со стандартным подвижным составом размер. Он шире. Благодаря этому мы смогли увеличить длину пассажирских полок, увеличить длину вагона, увеличить общее пространство внутри вагона почти на 15%. Разработкой вагона занималась компания «Трансмаш Холдинг» по заказу федеральной пассажирской компании, а построен концепт на Тверском вагоностроительном заводе на основе дизайна вагона, представленного в прошлом году на выставке «Транспорт России» в Гостином дворе. Модель сочетает в себе привычное расположение пассажирских мест с их новым дизайном и дополнительными функциональными возможностями. Основной момент, который мы пытались сохранить при создании данного вагона, да, чтобы это сохранилось, та романтика плацкартного вагона, которая традиционно присуща такому типу вагона, да, при этом мы максимально сориентировались на персонализации пространства, плюс дополнительно, чтобы у каждого пассажира было все под рукой. Для пассажиров индивидуальные шторки, розетки, полочки для гаджетов, а также возможность создания персонального пространства за счет самостоятельной настройки освещения и направления потока воздуха. Кроме того, два смежных спальных места теперь можно объединить благодаря сдвижной перегородке, встроенной в стену. Это позволит беспрепятственно общаться двум пассажирам, не покидая своих мест. Для размещения багажа, вещей, одежды и обуви предусмотрены модульные секции. Оценить новинку, а также внести свои конструктивные предложения может любой желающий. На площади Павелецкого вокзала вагон будет доступен для просмотра по будням с 9:00 до 21:00.